Мособлсберком провел масштабное обучение перед выборами в Ленинском округе. Собрание организаторов прошло в районном доме культуры. На мероприятии были члены участковых избирательных комиссий, кандидаты, наблюдатели, представители общественных организаций, силовых ведомств, всего порядка 280 человек. Заместитель председателя избирательной комиссии Московской области Олег Селегзянов подробно рассказал о процедурах досрочного голосования и голосования вне помещения, а также о других важных моментах выборного дня. Избирательное законодательство, оно, в общем-то, динамически изменяется постоянно, да, вот очень часто наш основной закон – это закон об основных гарантиях избирательных прав, вот, и, в общем-то, он постоянно меняется. Но процедуры голосования, требования к организации голосования со стороны участковых избирательных комиссий, они более-менее стабильны. Об этих требованиях, так сказать, участковые избирательные комиссии прекрасно все знают. Вот, и, в свою очередь, они обеспечивают реализацию избирательных прав граждан. Начальник УМВД России по Ленинскому району Алексей Бадин рассказал об обеспечении безопасности и охране общественного порядка в день проведения выборов. Я могу заверить, что личного состава для охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности как при подготовке, так и при проведении выборов мы располагаем достаточно личного состава. Напомним, что выборы в Совет депутатов Ленинского округа пройдут 22 декабря.